Здравствуйте, мои дорогие друзья. Прошу прощения за свой уставший вид. Всю ночь был на поиске. Искали маленького мальчика. 5 лет. Не смогли найти. К сожалению, он утонул. Но сейчас хочу поговорить абсолютно о другом. Знаете, вот я являюсь тоже волонтером по поиску людей. И хочу сказать просто несколько слов об этих людях. Знаете, эти люди, вот, наблюдаю за ними абсолютно бескорыстно, не жалея своих ресурсов, не жалея своего времени, просто помогают. Помогают реально, реально простым людям в их беде. Абсолютно не надеясь на государство, на какие-то ведомства, государственные структуры. То есть сами именно своими силами, своим намерением, силой своей великолепной души, они просто помогают людям. Здравия вам всем, всех уважаю и очень